Очереди за алкоголем и продажа сигарет. Ларек на проспекте Фрунзе в Ярославле уже не первый год мучает жителей окрестных домов. Купив горячительного, большая часть потребителей почему-то направляется в соседние подъезды. Кроме аморального поведения, полиция уже 3 раза проводила контрольную закупку в этом ларьке. Было изъято 47 литров паленого алкоголя. Хозяин привлечен к административной ответственности. По решении суда многострадальный объект решено снести. Сегодня на место приехала служба судебных приставов и администрации района. Предпринимателю вручено предписание о добровольном сносе торговой точки. Если в течение 2 дней земля не будет освобождена, то к делу подключат судебных приставов и конструкция отправится в металлолом. Кстати, как отмечает руководство города, этот объект первый в проекте сноса ларьков. Всего по городу уберут более 100 таких павильонов. Да и ночью ходят, и только вечерами. Уж все ночи, просись 2 часа, и 2 часа бегут к ларькам. Его и сжигали, между прочим. Потом еще тут было такое. И все равно поменяют своих, отремонтируют, и опять он стоит. Данный ларек только в 2015 году нарушал эти правила. Выявлены 3 нарушения по торговле спиртными напитками в дневное и в ночное время. Поэтому я считаю, таким недобросовестным предпринимателям не место в нашем городе. Мы должны защитить граждан от фальсификата и незаконной продажи табачными изделиями и спиртными напитками. Поэтому дано указание, чтобы этот ларек был отсюда убран.